Скажите, а вы вот на все эти праздники, которые Семок, там, Пасху, когда кормят умерших, вы Ну, ходите? я, да, хожу. Скажите, а вы правда считаете, что вы их кормите, когда они Так выходят? они же снятся, если что, да, если не кормишь, так снятся ведь. А вы вам снились? Да, вот мой этот муж, то сейчас покойный, 3 года вот будет, это, 8 ноября, отец-то вот сына. И если не кормишь, да, все, снится, что надо ему, что-нибудь, да. Раз снился, чтобы ему приготовить 7 штук лепешек. Ну что, напекла, да, отнесла. Каждый раз хожу, куда покойники. Вот семок ходим, тоже угощаем. А он вам сказал во сне, что ему надо 7 лепешек? Или это... Сам сказал. А еще что может То, то понадобиться ему? еще, что ему надо, так, то эту кислую капусту надо ему, то грибы надо ему. Вот. Вот такие сны. Но это не потому, что вы пропускали, да, Семок? Просто это... В обычное время, да, ему хочется. Но. И когда ему хочется, вы ему несете на могилу. Да, что есть, да, все равно это отнесешь ведь. Который ему хочется вот покушать, да. Видим, так снится.